ситуацию, которая произошла на улице Урицкая в городе Архангельске. Прекрасное воскресное утро, хорошая погода, решил промчаться. Я не проехал и полчаса, как удачно включил камеру. И как бы все чаще я начинаю пользоваться именно ей, потому что, учитывая, что каждый день происходит что-то подобное, я просто как бы не могу без нее ездить. Вот. Не то, что специально там я создаю эту ситуацию, просто водители нагло делают вот такие ошибки, и как бы специально, да, я не знаю, пытаясь нам что-то доказать, нас как-то напугать. Это вот сплошь и рядом вот именно такое вот неуважение к мотоциклистам, которая может привести к ДТП. Здесь ровно 3 секунды вся эта ситуация проходит. И я просто успел среагировать, да, за 3 секунды только оттормаживаться начал мотоцикл, трясло просто очень сильно. Тем не менее, я смог уйти левее. Вот. Но все по-разному поступают в данных ситуациях, да. То есть, видим, у него перед почти вылез полностью. И он дальше хотел. Вероятно, мой сигнал ему помог. Что делаешь? Так смотришь, куда едешь? Ну я затормозил, тебе уступили. Какие проступили? Так у меня маневры-то никак на машине. И человек, который пассажир, да, он, видимо, знает тоже много, поездил. Он считает, что они мне уступили. То есть, ребят, посмотрите, сделайте выводы. Я считаю, что данных личности нужно вообще за такие маневры лишать прав. Потому что я езжу на автомобиле, я так никогда не делаю. Выезжаю аккуратно, пропускаю всех. Все, спасибо всем.